нанесение надписей на форму. Спортпринт-М. Здравствуйте, дорогие друзья! Компания Sport.ru совместно с Северной лигой LFL рада приветствовать вас на замечательном воскресном футбольном марафоне. Три прямые трансляции подряд вас ожидают сегодня, и начинаем мы этот великолепный перформанс из трехчасового футбола с поединка Легиона и APC. Это 10-й тур высшего дивизиона подгруппы А, и сегодня встречаются соперники, которые, наверное, вот эту вот весеннюю часть чемпионата не могут себе занести в актив. Легионеры располагаются на 8-м месте в таблице APC, на 7-м, и от результата вот конкретно этого противостояния на самом деле многое будет зависеть не только в турнирных возможных последующих раскладах, но и в непосредственно самом настроении футболистов, как победивших, так и проигравших. Для вас сегодняшний матч комментирует Никита Лаврентьев, главный арбитр встречи Юрий Апанасенко проверяет готовность соперников к началу сегодняшнего поединка и дает свисток, возвещающий о его старте. По традиции начнем мы с состава номинальных гостей, коими сегодня является футбольный клуб APC. Играют они в зимнем комплекте экипировки в красных цветах, красный верх, черный низ, если быть точнее. В следующем составе Дмитрий Яснов под 21 номером защищает ворота электроников, Михаил Лобанов 14 и Артем Феоктистов 18 в центре обороны у красно-черных. Над ними действует Марат Сабиров 4, Юрий Котов 87 в центре полузащиты, Глеб Волков 13 справа, Сергей Трушляков 17 слева, на острие атаки Евгений Овсянников номер 2. Футбольный клуб «Легион», несмотря на домашний статус поединка, сегодня выступает в черной экипировке. Александр Дементьев, 35-й, защищает ворота «Легиона». Здесь момент какой хороший у Евгения Овсянникова. Получил он передачу из фланга в центр и пробивал практически без сопротивления из штрафной легионеров, но не сумел попасть в створ, и Александр Дементьев отделался лишь легким испугом. Игорь Дермаков, 77-й, в центре обороны у «Легиона». Сергей Миронов, 2-й, справа. Дмитрий Неруков, 33-й, слева. Максим Белокрылов, 18-й, в опорной зоне. Денис Бычков, 6-й, и Виталий Обласов, 23-й, чуть повыше. На острие атаки Папин Казарян, номер 7-й. Капитаны команд сегодня не совсем привычные. У «Легиона» руководит игрой своих партнеров Сергей Миронов. Александр Седов отсутствует сегодня не только на игре, но и вообще в Москве. У APC достаточно давно уже травмирован Вахтанг Меперишвили. Получил Хавбек травму еще во время розыгрыша открытого зимнего кубка, где, к слову, APC стали чемпионами в категории выше первой лиги. И вот сегодня с капитанской повязкой свою команду на матч вывел Сергей Трушляков. Ну и, наверное, стоит сказать, что составы обеих команд далеки от оптимальных. Это касается многих различных позиций. Вот сказали мы о том, что Александр Седов сегодня отсутствует на игре. Кроме этого, нет и еще нескольких футболистов, которые входят в ростер основной команды и достаточно часто игровую практику получают. Ну вот, в частности, например, Дмитрий Ефремов сегодня абсолютно бы точно не помешал легионерам. Вообще достаточно короткая скамейка сегодня у команды Александра Седова. Лишь одинокий Максим Лукьянов готов вступить в игру. В сравнении с легионерами, да, у APC состав кажется более оптимальным. Но, опять же, говорили мы о том, что давно уже не играет Вахтанг Меперишвили. Ну а потеря Василия Мелентьева, казалось, может стать невосполнимой для его команды. Но все начинается достаточно живо с первых минут у APC. И уже на третьей минуте Юрий Волков открывает счет. Не самый сильный удар в ближний угол, но не сумел с ним справиться Александр Дементьев. Поехали, что называется. Не пришлось нам долго ждать первого гола. APC забивает уже в самом дебюте. И это событие, по большому счету, должно определенным образом вскрыть сегодняшнюю игру и добавить ей столь нужные краски.
Не думаю я на самом деле, что очень уж сильно изменится ход этого противостояния. Все-таки все прекрасно понимают, что результат сегодняшнего матча крайне важен, тем более для Легиона, который по-прежнему не может набрать очков во второй части сезона и свою последнюю победу. Основная команда отметила еще в прошлом календарном году, когда обыграла футбольный клуб МЗКП и благодаря этой виктории, к слову, и сумела пробиться в верхнюю половину турнирной таблицы и сейчас как раз-таки выступать в дивизионе А. Ну а здесь APC второй гол забивает издевательски легко. Сергей Трушляков его автором становится. Ну а голевую передачу отдает автор первого гола Юрий Котов. Великолепное, безусловно, начало в исполнении APC уже к пятой минуте. Электроники два безответных гола провели. И сейчас, конечно, главное никоим образом не рассыпаться легионерам, потому что не на такой старт рассчитывал тренерский штаб во главе с Сергеем Мироновым. И, безусловно, я уверен, Александр Седов, несмотря на свое физическое отсутствие, общался с командой, общался с другими руководителями коллектива, давал свои установки. Ну и думаю, что прямо сейчас Седов наблюдает за ходом этого поединка, который пока складывается для его команды совсем уж неудачно. Ну и, к слову, оба матча в этом сезоне, которые команда провели до настоящего момента, завершились победами APC в два мяча. В первом круге, когда еще не было деления на восьмерки, APC выиграл со счетом 3-1, тогда дубль оформил Василий Милентьев, еще один гол забил Гагик Петросян, у легионеров отличился Вячеслав Андрианов. Ну а в первом круге уже второй части турнира победа, по сути, получилась у электроников такой же, но голов зрители увидели поболее. Матч закончился со счетом 4-2, дублем уже отметился Сергей Трушляков, еще по мячу провели Евгений Овсяников и Глеб Волков. У легиона отличались Попин Казарян и Виталий Обласов. Вот как сейчас помню, гол Обласова получился по-настоящему стильным. Разыграли легионеры все очень и очень неплохо, но этого в итоге не хватило даже для ничьи. Хотя по ходу встречи и казалось, что вот он тот матч, в котором легион может набрать свои заветные зачетные баллы. Ну и до начала этого поединка, безусловно, также казалось, что если не в противостоянии с ближайшим соперником по таблице набирать очки, то с кем же? Но вот APC может провести мастер-класс на эту тему. Совсем недавно электроники обыграли Динамо со счетом 2-1 и таким образом внесли свои серьезные коррективы в раскладах борьбы за медали. К слову, всего две победы на данный момент в весенней стадии турнира у APC. Одна из них, как вы уже поняли, над Динамо, и вторая над Легионом, о которой я тоже уже успел немножко вскользь рассказать. На чужой половине поля красно-черные контролируют мяч, Феоктистов оставит снаряд в игре, никто его не атаковал, спокойно смог развернуть атаку. Котов играет направо, и в итоге мяч доходит через Марата Сабирова до Дмитрия Яснова, который, отыгравшись с Сабировым, начинает новую позиционную атаку. Трушляков играет центр, неплохо, еще левее, верно атакует APC. Волков уходит от Миронова, бьет, заблокировали удар, но мяч остается у Волкова, разворачивается, еще один выстрел выше ворот, здесь досталось немножко Глебу Волкову в момент удара. Виталий Обласов был огорчен тем фактом, как легко его обыграли на подступах к его штрафной. И боролся до последнего, мешал до последнего. Естественно, правила в этом эпизоде не нарушал Бычков. Посмотрим, что придумает Легион. Чуть было не упустил мяч за боковую
Бычков. Ну а здесь Миронов, наверное, максимум сумел выжить из этой ситуации. Это сохранил мяч для своей команды. Быстро разыграли аут легионеры. И теперь придется повторить эту процедуру с противоположной половины поля. От левой бровки Нерухов далеко бросает мяч в штрафную. Миронов, удар с разворота. Но это не опасно. Забить с такого угла, наверное, было слишком самонадеянно. Тем более, что Дмитрий Яснов, как и Александр Дементьев, безусловно, это два великолепных голкипера. Во многом именно на действиях этих футболистов и строится результат в матчах, когда, казалось бы, вряд ли что-то аутсайдер мог добыть. Вот как раз-таки с «Динамо» достаточно долгое время счет был 1-0 в пользу команды Антона Тимофеева, но до последнего держался минимальный разрыв в счете, и в итоге Василий Милентьев забил сам, соорудил гол для соперника, прошу прощения, конечно же, для партнера. Здесь просто достаточно грубоватый фол в исполнении Сергея Миронова случился, и я уже мыслями был в другом эпизоде. Да, конечно, сделал скидку Милентьев Ивану Тетерину, который сегодня, к слову, также отсутствует, как и Василий Милентьев. И тот расстрелял Игоря Гришина и принес своей команде победу. 2-1, «Динамо» таким образом потеряло место на пьедестале. Ну а APC, правда, с предпоследней строчки турнирной таблицы уйти не смог. Но вот сегодня, если электроники добьются положительного результата в этой игре, обойдут красно-черные в таблице Неву, которая несколькими часами ранее здесь на Флотской без шансов выступила Интеру, 0-8. Причем не сказать, чтобы встречались команды из абсолютно разных весовых категорий, но вот все-таки Интер действовал слишком с запасом, назовем это так. Буквально пешком передвигался по полю. Ну а здесь еще один штрафной. Еще одно нарушение правил. И дождался конца эпизода Юрия Апанасенко. Потому что, несмотря на то, что буквально обнимали там уже Евгения Овсянникова, тут продолжал как таран движение к воротам и сумел выложить мяч под удар. Но в итоге все-таки принцип преимущества не сохранился, и арбитр назначил штрафной. С этой позиции, безусловно, левоногому футболисту было бы удобнее пробивать. Но у мяча Сергей Трушляков. Розыгрыш под удар Феоктистову. Навес. Как-то слишком хитро здесь пытались разыграть мяч красно-черный. Ну а у Артема Феоктистова на самом деле сумасшедший удар. Вот достаточно долго наблюдаю я игры APC, еще со времен выхода их из второй лиги в первую. Там APC в итоге не сумел выиграть золотые медали и чемпионский титул, уступив Энергомашу. Но вот Энергомаша уже не существует, а APC успешно выступает в высшем дивизионе, держится на седьмом месте и как минимум ниже восьмерки точно по итогам стартового, дебютного для себя сезона не опустится. Но вот Феоктистов для меня лично выглядел таким вот защитником, причем даже не сказал бы я, что основного состава, который может выйти и сыграть буквально на любой позиции на своей половине поля. Цепкий, с хорошими бойцовскими качествами. Но вот таких феноменальных голов, как, например, в ворота Гефеста в прошлом туре, я в его исполнении не видел. Но тогда действительно удар получился великолепным у Артема Феоктистова. И APC даже вел в счете в матче против Гефеста, но в итоге не сумел повторить сенсацию и уступил 2-1. Как не сумел и сейчас Попин Казарян первым оказаться на мяче, Дмитрий Яснов покинул линию ворот и сыграл надежно, выбив мяч за боковую. Ну и после таких резвых стартовых 5 минут игра у нас немножко подуспокоилась. APC потихоньку отдает мяч и территорию сопернику, рассчитывая на контратаках проводить свои наступления. Но, безусловно, и совсем уж садиться в оборону, наверное, красно-черным не стоит. Пока «Легион» контролирует всей командой мяч на чужой половине поля. Дармаков играет вперед на Казаряна.
того оттеснили от мяча. Ну и Дермакову необходимо возвращаться на свою позицию центрального защитника. Да, там Максим Белокрылов подстраховывал партнера, но все-таки несколько другие задачи в этом матче как у Дермакова, так и у Белокрылова. Но сейчас в отборе сыграл Дермаков здорово, точная передача на Бычкова не получилась. Котов играет центр. Овсяников, скидка, Трушляков, дальний удар. Нет, это не опасно, не получился удар у капитана красно-черных. Мяч прошел намного дальше цели. И Дементьев начинает игру, возобновляет ее ударом от ворот. Маков, центр на Абласова, тот в одно касание возвращает мяч. На своей половине поля, безусловно, допускать ошибки нельзя. Казаряна. Здесь немножко потолкались они с Михаилом Лобановым. Два футболиста, которые за словом в карман не полезут. Арбитр пока решил игру не останавливать. И лишь в ходе небольшой игровой паузы, в том плане, что команды не обостряли ситуацию, быстренько усмирил пыл соперников. Вот это вот, на мой взгляд, настоящий класс арбитража, когда даже не останавливая игру, ты успел провести разговоры воспитательные с игроками и предотвратить возможную конфликтную ситуацию. Легион в атаке, Казарян, здесь чистый подкат, убивает у него мяч и контратака чуть было не получилось. Тем временем замена у EPC произошла. Вместо Евгения Овсянникова на острие атаки появился Иван Востриков. У него номер 89. Кроме Вострикова сегодня еще в матче могут появиться Игорь Андриянов и Анатолий Рябко. Бычков. Выбирается из тяжелой ситуации. Зажали его соперники у боковой линии. Но вот этот удар с дальней дистанции от Максима Белокрылова, наверное, все-таки назвать опасным нельзя. Ну и замена у Легиона тем временем сейчас произойдет. Денис Бычков покидает поле. Максим Лукьянов появляется на газоне. Скорее всего, передохнуть тренерский штаб легионеров решил дать Бычкову. Не думаю я, что недоволен Сергей Миронов действиями своего полузащитника. Да, возможно, он не так ярок, но тем не менее, каких-то грубых промахов вроде бы не допускал. Котов играет штрафную. Востриков. Скидка назад. Волков. Не стал один в один обыгрывать Сергея Миронова. Предпочел сохранить мяч. Сабиров. Неточная передача. Перехватывает ее Абласов. Но здесь длинный вынос. Казалось, не дойдет до Казаряна, но промахнулся мимо мяча Артем Феоктистов. И в итоге шанс представился лучшему снайперу Легиона. Пробил в лед, догнав снаряд, но не сумел попасть в створ и оказался раздосадован своей оплошностью. Снял головной убор. Сейчас держит ее, я имею в виду шапку, в руках. Ну а атакует пока EPC, Феоктистов. Здесь чисто отбирает мяч Сергей Миронов. И сохраняет мяч Дермаков, Абласов. Белокрылов. Похоже, что поменялись позициями Максим Белокрылов и Игорь Дермаков. Возможно, лишь по эпизоду. Но вот именно Белокрылов сейчас на своей половине поля остерегает Вострикова, который здорово избавляется от опеки и скидывает мяч Трушлякову. Тот немножко уже успел пробежать вот эту вот точку встречи с мячом. Феоктистов первый на подборе. Тоже не рискует. И многие футболисты вот в таких ситуациях EPC сегодня
играют надежно. Назад, на партнера, на голкипера. Счет позволяет 2-0. Здесь не нужно, безусловно, форсировать события электроникам. Тем более, что и Легион большими силами в прессинг не идет. Здесь был фол, безусловно. Досталось Ивану Вострикову. Причем, мне кажется, что больше досталось не непосредственно от самого толчка Максима Белокрылова, а от мяча. Потому что планировал принять на грудь Востриков, а в итоге мяч прилетел ему в лицо. Ну и здесь нарушение правил. Быстро разыграли мяч красно-черный. И удар по воротам Дмитрий Неруков заблокировал. Не специально, да, поэтому, наверное, и желтой карточки в руках у голкипера не появилось. Но, тем не менее, это еще один стандарт, еще более опасный стандарт. И под этот выстрел на поле Игорь Андриянов появляется. Нетривиальный ход, но у Андриянова пушка, конечно, страшная. С такой позиции, с буквально 12 метров, нужно класть мяч в ворота. И ни один голкипер, по большому счету, выручить свою команду не сможет. Разбег, удар, и мяч попадает в стенку. Кому-то из футболистов Легиона, безусловно, сейчас больно, испытывает он болевые ощущения. Ну и Андриянов, я так понимаю, остается на поле. Не меняет его обратно тренерский штаб. Позицию центрального защитника занял Игорь. Интересный ход. Вообще Андриянов больше известен как игрок центральной линии. Но, возможно, Марат Сабиров сейчас опустится пониже. Андриянов займет позицию переднего опорного защитника. Нет, все-таки действительно в паре с Артемом Феоктистовым будет действовать Андриянов. Конечно, подключаться к атакам. Ну а здесь Папин Казарян здорово играет в отборе. Есть возможность убежать в контратаку. Но предпочел также не форсировать события Казарян, дождавшись подключения всех своих коллег. Но все это было зря, потому что дальний удар у Дмитрия Неркова совершенно не получился. Мяч не лег на ногу и ушел за пределы поля. Концовка первого тайма у нас тем временем началась. Меньше 10 минут у нас остается до окончания стартовой половины. APC начал здорово, забил два быстрых мяча. Но затем игра, стоит признать, выровнялась. И, наверное, отдать кому-то предпочтение было бы неправильно. Но, опять же, это все получается вырванным из контекста. APC достаточно быстро повел в два гола и может теперь абсолютно не форсировать события, может спокойно контролировать ход матча, может хоть перекатывать мяч на своей половине. Если это все приведет к тому, что Легион так и не сможет забить, в итоге 3 очка в копилке у команды появится. Лукьянов играет в центр. Обычно такие передачи называют в больницу, но без травмы обошлось. Чистый подкат, а Легион продолжает атаковать. А здесь никого не оказалось в опорной зоне. И спокойно до мяча добрался Иван Востриков. Только вот передачу отдал совсем уж не точно. И Игорь Дермаков новую атаку своей команды возглавляет. Обласов. Нужно переводить мяч на правую бровку через Белокрылова. Играет Обласов. И длинный вынос вперед. Казарян. И дальний удар. Феоктистов его блокирует. Трушляков. Востриков, Трушляков. И забрали мяч красно-черные. Востриков, нет, не догонит мяч. Не сумел подстроиться под передачу от Сергея Трушлякова. Ну и особо-то костерить Ивана Вострикова мы не будем. Все-таки это не типичный центрфорд. Василий Милентьев, даже как Евгений Овсянников. Все-таки это игроки немножко другой позиции. Сам Востриков, если я не ошибаюсь, приходил в APC и даже в центре обороны играл. Ну а у нас тем временем и еще одна замена произошла. Денис Бычков вернулся на поле. Виталий Обласов сейчас на ближней к нам бровке отдыхает.
Наверное, это важно еще и с той точки зрения, что не просто отдохнуть и перевести дух, но и посмотреть на игру со стороны. Возможно, и какие-то хитрые тактические ходы можно увидеть, возможно, какие-то слабости у соперника подметить и воспользоваться ими, когда ты вернешься на поле. Посмотрим. Востриков неточная. Очередную неточную передачу отдает Рябко, еще один футболист, начинавший матч в запасе у красно-черных и появившихся на поле в одной из последних пауз феоктистов. Центр, Сабиров, неплохо. Вертикальная передача и вновь не удается точный пас выполнить Вострикову. Но мяч достаточно быстро красно-черным возвращается. У Анатолия Рябко, если что, номер 21 на груди. Волков опережает Лукьянова, идет вперед. Передача Трушлякова, тот штрафной. Падение футболиста Легиона. Такой своеобразный подкат в исполнении Максима Белокрылова. Было опасно, можно было и пенальти провести, и в итоге упустить соперника. Ну а здесь контратака у Игоря Дармакова не получилось. Упустил он мяч за боковую линию. Там резервный арбитр подсказывал главному. И в итоге перспективная атака завершилась Легиона, так толком и не начавшись. Остриков падает в борьбе с Белокрыловым, но не было там нарушения правил. Белокрылов и в кого попадает? В своего, в чужого? Я не успел разглядеть, признаюсь, но вот арбитр показывает, что от красно-черных мяч пределы поля покинул. Бычков завозился с мячом, а сумел его сохранить или нет, все-таки покинул пределы поля. Не получается атакующая игра у легионеров. На самом деле особых атак-то вспомнить не получается, разве что удар Попина Казаряна после промаха Артема Феоктистова. Ну а APC к третьему голу идет, и Игорь Андриянов с передачи Ивана Вострикова делает счет крупным. 3-0, внешне не сильно напрягаюсь, APC еще в первом тайме добивается крупного перевеса. Ну и, наверное, можно сказать, что все моменты, которые были у красно-черных, они реализовали. Винить Александра Дементьева мы тоже не будем. Да, в первом случае сыграл он не самым лучшим образом. Но вот в этом голе абсолютно точно никакой вины. Голкипер буквально шагом красно-черные зашли чужую штрафную, и Андриянов прибивал, ну, метров с 5-6, наверное. Еще и попал. Точнёхонько в дальний угол. Волков играет в центр. Андриянов направо. Лобанов. Неточная передача. Миронов перехватывает этот пас и отдает передачу на Попина Казаряна. Тот не сумел начал обработать, затем еще и фол случился. Игорь Дармаков не прав. Ну и как бы не хотелось мне этого констатировать, наверное, интрига в этом матче умерла. Да, безусловно, у Легиона еще будет 30 минут времени во втором тайме и парочка минут до окончания стартовой половины для того, чтобы совершить чудо. Но забивать трижды на заказ все-таки достаточно проблематично. Да, Интеру 3 гола в прошлом туре легионеры забили. Причем также провалив стартовый отрезок матча. Но тогда Интер сумел отличиться 6 раз. И понятное дело, сути дела это в итоге не меняет. Остриков играет направо. Трушляков у лицевой линии. Навес. Здесь никого не оказалось. Но опять, посмотрите, внешне неторопливо и как будто шагом футболисты APC
подбираются к воротам соперника. Бычков. Безусловно, для возрождения интриги нужно забивать один гол еще до перерыва. Но это лишь разминка для Яснова, который немножко, может быть, даже и заскучал в первой половине у своих ворот. Ошибки не допустил голкипер APC. Андреянов. Рябко. Назад. На Феоктистова. Лобанов. Убивают красно-черное время до перерыва. Меньше минуты остается командам провести на поле. Не думаю я, что арбитр что-то соперникам компенсирует. Остановок почти не было. Разве что когда голы праздновали футболисты в красных футболках. Но это не в счет. Андреянов. Уходит от Бычкова. Тут в итоге его все равно нагоняет. Но такое чувство, что и не пытался Андреянов обострить заключительные мгновения первого тайма. Посмотрит уже на секундомер и главный арбитр. И как только секундная стрелка дошла до 30 минут, дает свисток, возвещающий о окончании первого тайма. Что ж, дорогие друзья, отдыхаем и мы с вами минутку-другую. Возвращаемся затем на стадион на Флотской и продолжаем следить за матчем 10-го тура высшего дивизиона. Скидки на приобретение формы от технического партнера «Спортпринтэм». Завершился перерыв в матче 10-го тура высшего дивизиона под группы А. После стартовых 30 минут игры впереди APC 3-0 благодаря голам Юрия Котова, Сергея Туршлякова и Игоря Андреянова. Если резюмировать события стартовой половины, то, наверное, стоит сказать, что счет по игре. APC забил два быстрых гола, да и внешне не прикладывал каких-то сверхусилий, чтобы вскрывать оборону соперника. Не сказать, что моментов голевых у электроников было достаточно, но три шанса было. Наверное, можно еще к потенциально голевым и причислить штрафной в исполнении Игоря Андреянова. Вот 4 момента, 3 гола. Таков итог стартовых 30 минут игры. При том, что у Легиона-то моментов голевых не было вовсе. Да, была потенциально хорошая возможность для создания гола Попина Казаряна, когда тот дождался ошибки соперника и попытался пробить из-за предела штрафной. И, наверное, на этом все. Но, возможно, перерыв что-то изменит в действиях футболистов. Возможно, если быстрый гол теперь удастся легионерам, удастся и тогда команде Александра Седова навязать борьбу своему сопернику. Но пока интрига в этом противостоянии выглядит что ли умершей, но вот ее действительно возрождают буквально на первых же минутах второго тайма. Удар у Попина Казаряна не получился, однако мяч после того, как встретился со стенкой, отскочил к своему футболисту. Еще одна попытка удара, подставленная нога Денисом Бычковым, и 3-1. 3-1 на 32-й минуте. И все мои рассказы, которые я начинал в начале второго тайма, получается, летят в тартарары. Два гола отставания. Преимущество не такое солидное уже. Но, безусловно, еще слишком многое предстоит сделать Легиону, чтобы спасти результат этого матча. Вот хорошая атака была сходу. И момент! В штангу попадает Игорь Дермаков. И все-таки забивает Легиона. Вот это да, вот это действительно великолепный стартовый спурт во второй половине. И если после удара Игоря Дермакова Дмитрия Яснова выручила штанга, то никто не мог уже помешать Максиму Лукьянову сократить отставание до минимума. Да, действительно, рановато я похоронил Легион. Ну, точнее, события первого тайма заставили меня сделать такой резкий шаг. Но вот 2 минуты, 2 гола, и Легион снова в игре.
Неруков здесь мяч у Сергея Трушлякова отбирает. Казарян, воодушевленный легион, идет вперед. Дармаков уходит от опеки. Бить, правда, сразу ему никто не позволил. Но мяч сохраняет Лукьянов. Миронов. Казарян. И не проходит передача Попина Казаряна. Нужно возвращаться в оборону. Миронов. Отбирает мяч Белокрылов. Да, сейчас легион действительно воодушевлен и может выдать лучший свой тайм в нынешнем сезоне. Казарян, нужно отдавать передачу налево. Почему? Почему пожадничал Попин Казарян? На него уже выдвинулся Михаил Лобанов и в итоге вынужден был оставлять Игоря Дармакова. Но Казарян пожадничал, как настоящий центрфорд, безусловно, все нападающие в таких ситуациях будут пытаться забить. Ну а если сыграть чуть хитрее, чуть интереснее и создать еще один голевой шанс для партнеров. И Михаил Лобанов здесь после этого эпизода моментально сигнализировал тренерскому штабу. Нужны замены, нужно освежать игру. Сейчас еще третий гол состоится и вообще все с самого начала будем начинать. И естественно... Тренерский штаб APC с этим подсказом своего футболиста согласен. Возвращаются игроки стартового состава на газон. В частности, Юрий Котов в опорную зону. Да и вообще, насколько я понимаю, сейчас APC в своем стартовом сочетании, несмотря на то, что вторую половину начинали красно-черные в другом составе. Ну а у легиона по-прежнему пока отдыхает Виталий Обласов. Вместо него на поле играет Максим Лукьянов, автор второго гола легионеров сегодняшнего матча. И вот как раз-таки именно сейчас, в эту же минуту, и отправляется на скамейку запасных девятый номер. Автор... Пока последнего гола в сегодняшнем противостоянии. Но такого важного эмоционально взятия ворот. Дармаков играет налево, Неруков. Прострел штрафную сильно низом. Но здесь Феоктистов первым оказался на мяче. Трушляков здорово здесь сыграл. И мяч оставил Юрию Котову. А тот, сблизившись с Максимом Белокрыловым, не сумел обострить и выдать пас в штрафную. В итоге только аут, и в этой атаке, наверное, это не самое лучшее завершение для красно-черных. Неруков достался ему по ногам. Но мяч оставался у легиона, и, естественно, никакого свистка в связи с этим не было. Ну, а здесь уже было нарушение правил. Не согласен с вердиктом судьи Попин Казарян. Понятное дело, сейчас хочется исключительно атаковать, не теряя, скажем так, времени на отбор мяча. А тут приходится на своей половине поля работать. Еще и с возможностью... вновь упустить отставание в один гол. Но эта позиция уже поопаснее для прямого удара, безусловно. Мяча Марат Сабиров, Глеб Волков, если я правильно вижу. APC правильно сбивает темп собственными атаками, не позволяя легиону атаковать без остановки. Но сейчас игра, безусловно, совершенно под другим углом наблюдается, нежели в первой половине, особенно в ее концовке, когда Дармаков третий мяч забил. Постепенно и футболисты у нас заводятся. Понятное дело, казалось, что APC контролирует ход матча и ничто... не предвещает беды. Но вот два гола и еще одна хорошая атака. Обласов! Не удалось обыграть Михаила Лобанова.
Там открывался справа Попин Казарян, но ему было пас сложновато все-таки отдать. Поэтому и пытался улучшить себе позицию Абласов. И уже затем, наверное, выводить Казаряна на ударную позицию. Повезло сейчас Игорю Дурмакову, что главный арбитр встречи чуть дальше находился от места действия, чем позволяет услышать человеческие уши. Потому что, возможно, после этого Легион остался бы в численном меньшинстве. Ермаков играет направо. Лукьянов вернулся на газон, насколько я понимаю. А кто ж тогда отдыхает? Абласов на поле. Да, похоже, что Денис Бычков сейчас отдыхает. Именно его я на газоне не наблюдаю. Ну а тем временем Легион очередной стандарт зарабатывает. 10-я минута второго тайма. Счет 3-2 в пользу электроников. Миронов сам же и исполнит подачу. Но мяч не перелетает первого игрока в штрафной. И придется повторить процедуру легионерам. По-моему, Миронов сам-то и не особо хочет разыгрывать угловые, не его это работа, и поэтому туда Виталий Абласов отправляется. Один из самых высокорослых, на самом деле, футболистов Легиона, тоже так себе решение. Абласов. Миронов. Центр на Абласова, но неудобная передача, откровенно говоря. Хорошо еще, что мяч удалось легионерам сохранить. Дементьев. Длинный вынос вперед. Здесь Лукьянов борется. В итоге мяч снова у команды Александра Седова. Дурмаков. Удар с разворота. Мимо створа. Очередные замены в составе APC. Анатолий Рябко возвращается на газон. Глеб Волков получает необходимые минуты для передышки. Миронов. Чуть было не потерял мяч. Но за счет бойцовского характера сумел его сохранить. И игра вновь на самом деле успокоилась после двух быстрых голов. Легион очень многое уже сделал для того, чтобы возродить интригу. И в этом легионеры, безусловно, преуспели. Сейчас торопиться, да, согласен, не нужно. Нужно искать свои моменты. Тем более, что до конца игры еще чуть меньше, чем на 20 минут. Один тугол всегда можно найти в подобной ситуации. А вот если пропустишь контратаку и разрыв вновь увеличится, это уже совсем-совсем другая история. Здесь, похоже, Попин Казарян дернул мышцу. Будем надеяться, что характер травмы позволит ему продолжить игру. И самое главное, никак на его здоровье не скажется. По крайней мере, за ногу держится он с болезненным выражением лица. Но вроде бы готов продолжить противостояние. Нарушение правил, фол в атаке. Не вышел мяч из пределов штрафной площади. Просит арбитр повторить процедуру. Ну а вообще у нас важная тактическая перестановка произошла в составе Легиона. Как бы футболисты все остались-то на газоне, и поэтому особенно свое внимание и ваше я не концентрировал на этом. Но на самом деле центрального нападающего уже достаточно давно Игорь Дурмаков играет. А вот Попин Казарян опустился в центральную линию.
Интересный ход. Нагрузить центральных защитников APC. Работая с высокорослым футболистом. Ну и Драмаков по факту стал автором голевой передачи в первом голе. Именно Драмаков пробивал поворотом, когда там подставил ногу Денис Бычков. Ну а здесь сейчас в атаке APC, и не проходит передача Юрия Котова на дальнюю штангу. Приходится возвращаться футболистам в красном на свою половину. Миронов играет в центр. Неточная передача. Очень много брака сегодня в действиях капитана легионеров. Котов налево и не догонит мяч. Анатолий Рябко. Понятное дело, что если сейчас легион воодушевлен и готов грызть землю в поисках очередного третьего гола, то APC не может не быть подавленным. Упустили нити игры красно-черные из своих рук. Упустили и солиднейшее преимущество, растеряв его буквально за один 60-секундный отрезок. По факту, да, голы были забиты на разных минутах, но вот у меня складывается ощущение, что не так-то много времени между голами прошло. Казарян бьет с левой ноги. Точно в руки Дмитрию Яснову. Там Артем Феоктистов секундами ранее сигнализировал арбитру, что его не по правилам оттеснили от мяча. Но это уже совсем не важно. APC идет в атаку. Рябко навес. Удар с линии вороты. 4-2. Стильная атака. Сходу контрвыпад после неточного удара Попина Казаряна. Точнее, удар-то сам по себе, да, получился точным. Прямо по центру. И моментально разжалась пружина контратаки. И на 46-й минуте APC вновь повел в два мяча и вновь поставил легион в, откровенно говоря, тяжелую ситуацию. Ну, конечно, здесь вновь классно сходу разыграли мяч красно-черные. На этот раз не буду я говорить о том, мол, шагом буквально зашли в штрафную. Нет. В этой атаке все действительно было сделано классно. Ну и, конечно же, действия Юрия Котова в центре поля заслуживают отдельного разговора. Избавился он от опеки и выдал классный пас на левую бровку. Но что-то много мы, на самом деле, внимания акцентируем этому эпизоду. Игра уже у нас достаточно давно возобновилась после гола Евгения Овсянникова. У легиона есть еще время, чтобы спасти хотя бы ничью в этом противостоянии. Если уж со счета 0-3 почти отыгрались легионеры, то два гола, два гандикап в два мяча, наверное, это не так тяжело, по крайней мере, со стороны. Понятное дело, вы сидите у своих экранов, я сижу в комментаторской кабине, а футболисты-то играют на поле, и уже немало сил отдали по ходу уже прошедших 48 минут. Но сдаваться теперь-то уж точно легион не собирается. Оно ясно абсолютно точно и всем. Котов разворачивается и бьет с левой ноги. В руки Дементьева приходит мяч. Действует надежно, не рукав. Ответная атака пошла, как любят говорить в таких ситуациях. Игра от ножа.
открытым футболом, обоюдными атаками. Это все то, что мы так действительно любим, когда смотрим футбол формата 8 на 8. Покинул мяч пределы поля. Не успел Сергей Трушляков оставить его в игре. Тормаков идет вперед. Играет центр на Абласова. Дальний удар, но это совсем не опасно. Неподготовленным получился выстрел. Ну а Дормаков, к слову, после того, как Сергей Миронов отправился на скамейку запасных, вернулся в линию защиты. Ну а Казарян вновь выдвинулся на судье. Рябко. Не прошла передача. Как и не прошел пас от Игоря Дормакова. Абласов. Хорошая по замыслу передача направо. Здесь не догонят мяч. Максим Лукьянов. Ну а EPC, конечно же, никуда не торопится. По максимуму разыгрываю удар от ворот. Но заключительную 10-минутку противостояния «Легион» все-таки начинает в атаке. Пусть она и должна стартовать со своей половины поля. Абласов играет на Дементьева. Высокий прессинг. Пошли футболисты EPC. И чуть было не удалось Сергею Трушлякову отобрать снаряд у Дмитрия Нерукова. Но тот заработал нарушение правил. Но как-то уж слишком слабую передачу отдал Абласову при розыгрыше штрафного. А здесь еще и Рябко отобрал мяч у Попина Казаряна, завозившегося с мячом в опорной зоне. Тому вроде бы досталось по коленному суставу. Ну, там, безусловно, чисто Рябко у него мяч отобрал и пробивал на исполнение, откровенно говоря. Было видно, что метил в девятку. Казарян не согласен, что мяч у него без нарушения правил отобрали. И извинения Рябко от чего-то не принимает. Но игра возобновилась, и все внимание вновь на газон. Дормаков. Навес штрафную. Здесь Абласову буквально какого-то шага не хватило, чтобы успеть к этому забросу и обострить ситуацию. Казарян по-прежнему прихрамывает. Но «Легиону» нужно атаковать. Не думаю я, что Казарян покинет пределы поля. Такой ответственный момент. Тем более, что его команда в атаке. Прострел штрафную. И чуть было автогол не случился. На помощь Дмитрию Яснову вновь пришел каркас ворот. На этот раз после удара от своего футболиста. «Легион» во втором тайме выглядит очень хорошо. В сравнении с самим собой образца стартовых 30 минут, наверное, просто великолепно. Но матч продолжается 60 минут, и первый-то тайм команда Александра Седова провалила. И теперь вот героически пытается реабилитироваться за стартовые 30 минут и спасти игру. Было близко, но четвертый гол вновь усложнил ситуацию «Легиону», который с течением времени, естественно, начинает еще и больше спешить, что приводит к невынужденным ошибкам, как, например,
Вот сейчас, когда Денис Бычков упустил мяч за боковую линию. Здесь Дементьев никаких проблем не испытает. Иван Востриков, по-моему, даже и не планировал атаковать голкипера. Сразу же оттягиваясь к центральной линии и не прессингую на чужой половине. Вот еще один момент Легиона. Бычков нужно забивать. Но здесь Михаил Лобанов настоящее спасение совершил в свойственном себе жестком стиле, вступив в борьбу, рискуя нарваться на пенальти, но сыграл действительно чисто. Феоктистов убивает мяч вперед. На Вострикова тут верховое единоборство выигрывает, но вот скидывать-то мяч некому. Вся его команда обороняется, и это, безусловно, заслуга Легиона. Обласов. Тормаков. Казарян. Смотрите, как низко опускается Попин Казарян в поисках мяча. Не нравится ему сегодня действовать на острие, и еще и чуть было в аут. Мяч Казарян не отправил. Негодуя. Своими партнерами, не открывающимися, по его мнению. Обласов. Выбираются из-под прессинга легионера Неруков. Конечно же, левее следует передача. Бычков. Вот сегодня Денис Бычков не попал в темп. Видя, как приходит сегодня на стадион Денис Бычков, поймал себя на мысли, что в последний месяц, может быть, даже полтора, это один из лучших футболистов легиона. И забивает он. Забил, к слову, и сегодня. Но, наверное, в актив себе эту игру занести не может. На мой взгляд, возможно, у тренерского штаба легиона иное мнение. Дементьев в очередной раз спасает свою команду. Но, судя по всему, мяч покинул пределы поля. Или нарушение правил. Замена у Легиона, замена и у APC. Сергей Миронов возвращается на газон, позволяя таким образом Игорю Дурмакову вновь уйти вперед, нагрузить по максимуму защитников APC. А Казарян, к слову, уже достаточно давно вновь вернулся в центральную линию, и Денис Бычков последние минуты действовал на острие. Казарян, падение, здесь не было нарушения правил. Пытался подставиться Казарян под фол. Дементьев ловит мяч. Быстро возвращает его своим партнером. Обласов идет вперед. Налево. Бычков. Остается ему по ногам. Да, было нарушение правил. Разыгрывает мяч легионера, не тратя на это буквально ни секунды. Всей команды атакуют подопечный Александр Седова. Бычков пытается здесь раскачать Артема Феоктистова, не удалось мяч сохранить. В том плане, что темп атаки потерялся, да, безусловно, из-за боковой этого ведут легионеры, но не думаю я, что именно это искал в этой ситуации хавбек легиона. APC уже, по сути, не атакует всей командой, обороняясь. Востриков лишь номинально играет центрального нападающего. По большому счету он вот, на стандартах возвращается назад. При выносах старается зацепиться за мяч, максимально продлив ему полет, но не более того. Белокрылов играет назад. Здесь, правда, уже вдвоем Юрий Котов и Сергей Трушляков по-настоящему попрессинговали защитника легиона. Дормаков обрабатывает мяч, бьет с дальней дистанции. Вновь поспешное решение, на мой взгляд, можно было еще растянуть оборону, тем более, что и Дмитрий Неруков открывался слева, вот именно он сейчас с Казаряном и разводит этот угловой, а затем Казарян по пяткой отдает сопернику. Сабиров. Трушляков прихватил Игоря Дормакова. Очередной свисток, очередной фол. Разыгрывает мяч легионера. Казарян. Нужно выбираться
из этого ограниченного треугольника. Казаряну вновь по ногам достается. Пришляков. Также не получил руки в ответ от Казаряна. Попин сегодня завелся. Главное, чтобы это ни в какие дополнительные санкции для его команды не вылез. Я имею в виду возможный всплеск и удаление. Хотя можно, в принципе, быть недовольным соперником, но никак это на его действиях может и не сказаться. Безусловно. Котов. Идет вперед. Пытался обострить, но в итоге лишь подарил мяч Максиму Белокрылову. Ответный проход 18 номера. Не завершается он неточной передачей. Легион дорожит мячом. Обласов. Фирменная вертушка. И еще один свисток. Очередное нарушение правил. Ну а это можно желтую карточку показать за откидку мяча. Но лучше, безусловно, компенсировать потерянное время. Для Легиона, наверное, это более полезно, потому как желтая карточка сама по себе напротив еще секунды у Легиона отберет. Обласов, навес, штрафную, Бычков! Не удалось ему пробить головой, здесь Юрий Котов вернулся в оборону и помог команде отобороняться. Заключительные минуты встречи, уже последние секунды на самом деле идут. Возможно, еще одну атаку Юрия Апанасенко и позволят провести Легиону, но не в этот раз, потому что мяч покидает пределы поля от Дмитрия Нерукова, и сразу после этого звучит свисток, возвещающий о том, что APC побеждает в матче 10-го тура высшего дивизиона и обходит в турнирной таблице Неву. Что ж, дорогие друзья, на этой ноте мы быстренько с вами прощаемся, потому что у нас еще две прямые трансляции подряд. Переключайтесь на другой эфир, который для вас прокомментирует мой коллега Кирилл Разумовский. Встретимся, безусловно, на полях Северной Лиги, и до свидания. Разработка эмблем, логотипов и товарных знаков. Спортпринт-М.